человек вот здесь у нас, в нашем офисе, 2 часа заполнял заявку на кредит в одном очень большом зеленом банке. А когда он нажал кнопку «Отправить», ему отказали через 45 секунд. Кто отказал? Искусственный интеллект. Никакой клерк эту длинную форму рассмотреть за это время, а уж тем более проверить по другим источникам, точно не мог. Значит, ему отказал искусственный интеллект. В какой манере? Нет объяснений. Почему отказал? На каком основании? Выяснить невозможно. Как оспорить? Неизвестно. Но при этом этот отказ, естественно, попал тут же в бюро кредитных историй. То есть ему точно испортили кредитную историю, потому что ему же уже отказал самый крупный банк. Значит, остальные банки тоже будут это учитывать. Причем будут учитывать это тоже не люди, а их искусственный интеллект.